Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у меня для вас карта в Майнкрафте «Приключения в деревне». Значит, появляемся мы вот в таком замечательном домишке, который на секундочку висит в воздухе. Появляемся мы в режиме, собственно, исследования, выживания, да? Тут вот картина валялась, отлично, обустроили жилище. Правда, надо как-то отсюда выбираться. Вот. Ну вот, вы сами можете видеть, мы висим в воздухе, и поэтому единственный способ попасть вниз — это копать. Сейчас мы продолбим себе путь на землю. Давай, 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 давай. Ать, хорошо. К деду. Поехали к деду. И шо? Ну, к деду так к деду. Видимо, у меня скрипт не сработал. Вполне вероятно. Поэтому я пробил себе пол. И опускаюсь на карту. Ну, собственно, вот она вашим глазам. То есть, вот то, что вы видите, это и есть карта. Здесь несколько активных локаций, да, со своими домишками. Там вот вдали вообще что-то зловещее. И все это вам, как игроку, как исследователю, необходимо изучать. По ссылочке в описании, конечно же, будет доступна вам карта, моды и все сопутствующее для этого, собственно, карты. Да? Вот тут мы появляемся. И вот здесь у нас устанавливаются координаты для нашего появления. Если все сделать правильно и подобрать версию, то все будет хорошо. Здесь у нас скелет-лучник. Видимо, недавно была ночь. Здравствуй. Стоит вот у домика Дим. Вот такие вот тут милые, проработанные домишки, по которым можно спокойно гулять, перемещаться. При насыщении карты NPC-шками вы получите неплохой такой симулятор деревенской жизни. Есть подземелье, да, почему бы нет. Поставим здесь картины, чтобы здесь было уютней. А учитывая то, что у меня сейчас режим путешественника творческий, я могу ставить тысячи картин. Есть домик на дереве, на который можно подняться. Вот он. Другие домишки и так далее, и так далее. Вдали у нас зловещий концентратор темной силы, с которой нам придется столкнуться, путешествуя по этому миру. Вот, ну а, собственно, само путешествие, приключения в деревне я оставляю на вас, дорогие друзья. Ну, собственно, на этом у меня все. Вот, подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчики, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. А я пошел изучать, что тут, как и зачем. Пока-пока!